Зашли в светофор. Немножко покажу, что здесь продают. Так, моющие. Ведра. Порошки, шампуни, гели, мыло. Салатники. Контейнеры. Так, надо взять контейнер на работу. Контейнер 2 рубля 95 копеек. Вот такой. Зубная паста. Бритвенные станки. Кстати, бритвенные станки. Одноразовые светофоры. Полная Д. Именно вот эти вот. Вот такие вот. Кто захочет купить, не советую. Они не бреют. Покупала мужу и сыну. Бриться ими невозможно. Влажные салфетки. Одежда, тапочки, рюкзаки, подушки, салфетки. Так. Постельное белье. Постельное белье. Дальше порошки. Ариэль. 34 рубля. Почти 6 килограмм. Кстати, это еще недорого. Килограмм 6 рублей. Ариэль. Так, здесь детские книжки, тетрадки, игрушки. Дальше идем. Масло. Масло рапсовое. Ага, рапсовое. Я когда-то купила, как только начали его продавать, рапсовое масло. Больше в жизни не куплю. Полная Д. Называется. Вот так. Памперсы. Приправы. Приправы. Так, запеченный картофель с душистыми травами, мелисунели. Вот такие цены. 1,28 рубль смесь. Мелисунели 2 рубля 5 копеек. Куркума. Смесь перцев. Так, паприка красная, копченая, карри. Так, черный молотый перец, кориандр. Кому видно, останавливайте видеоролик и смотрите цены. Так, разрыхлитель теста для домашних котлет. Приправа для ароматной курицы с пряными. Сейчас посмотрим. Вот такая приправа. Я еще не покупала ее. Постоянно, как бываю в светофоре, всегда покупаю какие-то новые приправы. Но то, что я хотела, здесь нет. Такой приправы, которую я хотела. Здесь сковородки, посуда, кастрюльки, формы, кружки, тарелки. Так, мука. Мука 2 рубля 54 копейки. Так, что у нас тут еще? Кувшин дачный. Вот такие кувшинчики. Графинчики. Ничего только тут нет. Макароны. Так, идем дальше. Сухофрукты, финики, курага, кофе. Кофе у нас Якобс стоит 11 рублей 98 копеек. Чаи Тесс вместе с кружкой в комплекте. В подарок, наверное, 4 вида пакетированного чая. Вот такой подарочный набор.
чаи разные. Чай я здесь тоже не покупаю. Чай мне здесь не нравится. Печенье взяла коробку. Сыну к чаю. Так. Так, сладости. Сладости не покупаем. Взяла сыну только. Супы, борщи. Так. Чаи, цикорий. Вот такое все. Кукурузные шарики, печенье. Рыбочки, сахарная вата. Дальше. Еще один ряд остался пройти. Здесь также печенье, конфеты и консервы. Вода. Все, что хочешь. Вышли все локармани, как говорится. Так, ничего здесь больше нет. Сейчас вернемся, пойдем, зайдем в холодильник. Колбасы. Колбасы я здесь тоже не беру. Колбасы я здесь не покупаю. Разве что вот такую полукопченую, полусухую. Но сардельки здесь невкусные. Вареная колбаса тоже. Копчености. Зелень. Рыба. Я рыбу купила на рынке, скумбрию. Засолю сама. Здесь что у нас? Фарш какой-то. Косточки. Кости у нас свои есть. Свинью убили. Свои кости есть свиные. А вот майонеза надо будет взять. 6 рублей 97 копеек. Провансаль. Вот такой майонез. Наверное, возьму пачечку. Здесь мороженое, кстати, дешевое мороженое. Светофоры когда-то покупали. Ничего себе, нормальное. Пломбир. А здесь я тоже ничего такого не покупаю. Вот эту курицу брали когда-то. Цыпленок табака. Нормальная была. Вот она, эта курица. Вот такая. Неплохая была. Запечь. Запечь можно. Не знаю, почем она сейчас. Надо вернуться, посмотреть цены. А вот это что? Вот это бедро цыпленка. Пельмени, чебуреки, вареники. Ой, короче, все, что хотите. Котлетки даже есть. Блинчики. Цены разные. Ну вот такой небольшой видеообзор сделала. Идем на кассу. Ну а мы приехали в Евроопт гипермаркет. Иду деньги снимать. Надо снять деньги с карточки. Опять пошел дождь. Погодка никакая сегодня. Что-то непонятное. То морозы, то снег, то дождь, то метелица. Евроопт. Евроопт гипермаркет. Елочку там поставили уже. Украсили. У нас в городе еще елку не поставили.
Вернее, не ставили. Вот такая елка красивая. Увеличила. Банкомат. Зашли в Евроопт. Везде елочки стоят. Куда не зайди, елочки. Все украшено. Здесь сделали вот такой новогодний уголок. Елочка. Елочки висят. И подарки. Идем дальше. Здесь вот такая елочка. И даже здесь. Вот такие ели продают за 6 рублей. Интересные цветы. Красота какая. Чего только нет. И здесь. Вот такая прелесть. Ну, а мы идем дальше за покупками. За покупками. Идем сюда. Иду с сыном, Синтачку везет. А я немножко поснимаю. Так. Яйца. Сейчас возьму яиц. Немножко. Цены на яйца тоже разные. У нас яйца подорожали, как и все остальное. Я всегда беру вот такие молодецкие. 3,53. И сейчас их возьму. Они крупные. Или вот такие брала, тоже хорошие. Молодецкие. И вот такие. Ходим по Евроопту. Так, надо взять молочка. Так, молока. Колбаса, сосиски, ничего хочешь. Горона, колбаса в палках. Продавца нет. Ждем продавца. Копченая. Копчености. Где продавец делся? Продавца нет. Посмотреть, почем сыр. Так, идем дальше. Майонез. Майонеза я купила. Пойдем хлеба возьмем. Тортики продают. Вот такая у нас вкусняшка продается. Тортики нарезные. Пирожные разные. А здесь хлеб. Надо хлеба взять. Батона.
покупаю сразу продукты сыну и себе. Соленая. Так, мне надо макароны. Все поменяли. Не знаешь, где что находится. Постоянно здесь перестановки какие-то. Где что? Так, вот. Вот здесь у нас находятся макароны. Вот здесь. Сыну макарон наберу сейчас. Макароны у нас тоже разные от этих. Неплохие я постоянно покупаю. Рубль 85. Вы знаете, смотрите, какая красота в магазине. Воробушки полетели. Так, тут что продают? Нам надо станки для бритья. А здесь лампочки и батарейки. Так, идем дальше. Вот так мы ходим по магазину с сыном. Он возит тачку. Там уже конец. Возвращаемся назад. Станки для бритья ищем. Здесь носки, посуда. Здесь мы были. Здесь моющее. А здесь станки для бритья. Жилет. Жилет. Я покупаю вот такие своим мужикам. Только жилет. Рыба. Форель 25 рублей. Гавуша 16,88. В общем, вот такой небольшой обзор я вам сделала. И идем на кассу. Цены не показывала. В общем, идем на кассу и поедем дальше.